Уважаемые зрители нашего канала «Мой дом», приветствую вас опять на страницах. Мы с вами виделись буквально недавно. Сегодня мы приехали к официальному дилеру компании «Элвис» города Балаково, Саратовской области, где поступили в предзаказ автомобили, ну и, наверное, в продажу скоро поступят в ближайшие дни, автомобили «Нива Лада Тревел». Вот непосредственно та комплектация, которая, я думаю, заинтересует многих покупателей. Это комплектация «Оффроуд». Мы с вами видим, да, что автомобиль представлен нам такого оливкового, зеленого, не знаю, как точно называется цвет. В общем, интересный цвет довольно-таки. Что хотелось бы сказать, АвтоВАЗ молодцы. Нашу машину, которая тоже представлена в замечательном цвете, кто хочет узнать какой, можете посмотреть предыдущие наши ролики. Видите, какими цветами нас начал радовать АвтоВАЗ. Это не перестает радовать. Дальше, значит, бампер не в окрас идет. Ну, это оффроуд, соответственно, предусмотрены какие-то ветки, там, скачки, толчки по грязи, там, по всему, камушки. Поэтому, может быть, это и большой плюс. Вот. Проушины, про которые многие блогеры и все говорят, что, значит, они хромированные, здесь крюком будет. Да, может быть, место и имеет такое, но не пользуйтесь металлическими крюками, делайте веревкой обвяз какой-то, я не знаю, захлёст там, еще что-то. Вот. Автомобиль закрыт, сейчас нам Дмитрий откроет. Вот. Автомобиль, значит, представлен вот в таком виде, значит, мультимедиа сенсорная, значит. Панель мы видим с вами, что осталось пока от Chevrolet Нивы. Ну, в принципе, и база вся осталась от Chevrolet Нивы. Наверное, в целом, как бы это, наверное, тюнингованный какой-то вариант на сегодняшний момент Chevrolet Нивы представлен. Я так думаю, что если вы будете активно приобретать и покупать данный автомобиль, то АвтоВАЗ не удосужится, и уже есть разработки и чертежи, и изменит панель. Об этом, как бы, говорили уже многие, не устаем повторять. Значит, такой автомобиль на сегодняшний момент в такой комплектации оффроуд, я не знаю, ковров нет, но это доп. Опция, я думаю, что они невелики, денег стоят. Транспортировочные ковры, наверное, присутствуют какие-то, да? Нет? Ну, скажем так, да, типа бумажек. Типа бумажек. Сейчас сняли, да, она поедет на химчистку, да, и будет ставиться в шоу-рум. Ну вот, пожалуйста, как бы ковры типа бумажек есть, но это, понимаете, здесь опять же, кому положи тоненький резиновый, кому-то надо ванночки, кому-то, то есть здесь на ваше усмотрение, насколько вы оффроуд будете ее использовать. Вот. Автомобиль, значит, имеет подогрев зеркал, обогрев лобового стекла. Конечно, задний обогрев. Ну, в принципе, все, что надо. Bluetooth. Навигация, камера заднего вида присутствует. Парковки. Без, конечно, поворотных, так скажем, делений, ограничений, но тем не менее она уже присутствует и она как бы работает. Вот агрегат остался тот же нивовский, то есть, да? Агрегат не менялся, ходовка та же, раздатка та же, честный полный привод. Да, то есть тут уже все знакомы с этим, никого, как говорится, новые, так скажем, не ждут новшества, которые могут удивлять, поэтому все осталось в том же, в принципе, виде, в котором оно и было. Вот, автомобиль довольно-таки просторный. Что хотелось бы еще особенно отметить, то автомобиль имеет светодиодные что плафоны, что задние фонари. То есть это тоже довольно-таки эффектно выглядит. Вот по поводу вот этих вот резинок, я не помню, это было, да? Это уже... Были, да, уплотнители. Уплотнители были, но, к сожалению, вот они, ну, то есть к хорошему, то есть как бы можно отнести то, что они присутствуют на Chevrolet Нива и на Нива Тревел. Что касается старой трехдверки там или пятидверки, то там, конечно, этого нету, и отсюда, как говорится, и сифонят в момент движения. Но здесь уже автомобиль как бы новей, поэтому все это представлено. Колеса, значит, диски кашплавные представлены с вазовским логотипом. Вот. Идут на кардианте, значит, автомобили уже не шипованный, но всесезонный. Вот как бы. Ну вот такой автомобиль начал поступать к дилерам. Красивый автомобиль приобрел брутальный вид, ну и современную, так скажем, всю начинку. Поэтому смотрите, приезжайте к своим дилерам, определяйтесь, выбирайте, заказывайте ту комплектацию,
Еще раз скажу, оффроуд это 905 тысяч рублей. Всего доброго, рад был вас видеть на странице нашего канала. Пока. Ну а помимо представленной комплектации Off-Road за 905 тысяч, вы также можете приобрести автомобиль в исполнении, значит, начиная, так скажем, в базовой версии за 810 тысяч. Ну и последующие, за 810 тысяч, конечно, вы не получите ни мультимедию, ни дук, ни воздухозаборника дополнительного, который при установлен на оффроуд. То есть вы получите базовую машину за 810 тысяч рублей. Дальше уже мультимедиа добавляется в следующей комплектации. Та уже, тот автомобиль уже идет 870 тысяч рублей. 870-875, ну и, соответственно, вот мы приходим к оффроуду, который на сегодняшний момент стоит 905 тысяч рублей. Старт продаж автомобилей начнется 1 февраля. Будут официально озвучены все цены и комплектации. Вот. На сегодняшний момент у дилеров представлены вот такие выставочные образцы, так скажем, тестовые, которые и все и анонсируют.